щасливий чоловік. Меня зовут Андрей. Мне 35 лет. Приехал на Украину MyTalent для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. У пошуках заробітку Андрій, скільки себе пам'ятає, погоджувався на будь-які закордонні контракти. По півроку жив в чужих країнах і з обставинами мирився. Аж поки в житті чоловіка не з'явилася родина. А разом з нею єдине бажання – бути поруч з близькими. Поліна, вагоніка буде от скоро. Засміється і біжить ко мені обніматися. А коли прощається, говорить «пока-пока» і поцілуйчики воздушні. Ну що, дядя? Що ти там робиш, дядя? Ой, лампа там трохи. Ну, це м'яко сказано, скучаю. В комп'ютері, в телефоні є. Куча відеозаписей. Когда скучно, когда грустно, посмотришь, сразу улыбка на лице, все хорошо. Вот пришел сюда, может появится возможность заявить о себе. Надеюсь, что людям понравится. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Андрей, цирковой жанр. Да. Сделайте это так вот, ну, чтоб, ух, ладно? Я постараюсь. Пожалуйста. Хорошо. Удачи вам. Спасибо. Что? Все будет хорошо. Ничего себе.
Спасибо. Андрей, да. Вы такой артистичный, вы живой, и ваша игра с нами, с залом, я очень это приветствую, потому что вот без связи со зрителем нет циркового искусства. Вы нам очень нравитесь. Мне лично вы точно понравились. Спасибо. Я старался. Влад, ты вы, вот и не танцевала людина, а такая классная. Да накажи. Андрей, классно, играючи, легко все. Вот. Приятно смотреть. Я себя почувствовал ребенком. Спасибо. Но такого хочется побольше на нашей сцене. И поэтому мы голосуем. Конечно, да. Конечно, да. Спасибо. Я дуже хочу побачити нові трюки в вашому виконанні. У вас три так. Спасибо, що прийшли. Спасибо большое. Андрійко, ну ти молодець. Спасибо. Ай, молодець. Він робить дуже круті трюки.